Россия удвоила доходы от ископаемого топлива с начала вторжения в Украину благодаря росту цен. Несмотря на усилия западных лидеров, стремящихся не допустить пополнения российского военного бюджета за счет энергоресурсов, Москва получила около 62 миллиардов евро от экспорта нефти, газа и угля за два месяца, по данным Центра исследования энергии и чистого воздуха. На сайте организации опубликован таймер, показывающий в режиме реального времени, что с 24 февраля Европа заплатила 46 миллиардов евро за российские энергоносители. За весь прошлый год объем импорта составил 140 миллиардов. Поставки российской нефти за границу упали на 30% в апреле, но в краткосрочной перспективе Россия сможет компенсировать потери высокими ценами. Агентство Bloomberg сообщает, что 4 государства ЕС осуществили платежи в российской валюте. 10 компаний открыли рублевые счета в Газпромбанке. Из-за отказа выполнять российские требования трубы были формально отлучены Польша и Болгария. Еврокомиссия обвиняет Кремль в шантаже